Добрый день всем подписчикам канала, смотрящим и всем кролиководам, и профессионалам, и начинающим. Как обещал, вот она, третья линия, линяет. Это черная марка Йозефа, третья линия. Здесь ушко чуть поменьше, оно, конечно, наверное, пошире, вот как бы, но 22,5. Вот. Как и договаривались, как обещал. Вот показываю третью линию. А то у нас до агути до пятой не дошло. Это вот линия марка Йозефа. Сейчас не держит черных, как я и говорил. Но линию я его сохранил. Вот как бы так. Ну, они все, девчонки, в линии одинаковые, достойные, и голова, как бы, и ушко, и все при ней. Там много комментариев по поводу австрийцев. Я по телефону, кто звонил, я понял, что там показать молодежь. Давайте чуть попозже, пусть подрастут, и обзорчик мы сентябрь-октябрь сделаем и по австрийцам, и по немцам, и по словакам. Ну, вот так вот. Вот она. Я думаю, что все понятно. Вес здесь, наверное, из всех линий здесь как бы вес такой.